Всем привет, ребята, с вами Голкипер, и это первая серия нашего летсплея 0807. И в этом летсплее мы будем выживать, как и во всех летсплеях. Ну и давайте же срубим свое первое дерево. Так. Ну а теперь мы сможем под него встать и просто рубить его снизу. Это дерево называется акация. Ребята. Также ее вот ствол, как вы сейчас видели, уходит немножко в бок. Ну а сейчас мы дорубим дерево и будем выживать дальше. Так, где у нас последняя частичка? Вот. Все, мы дерево срубили. И у нас есть ведь дерево. Это просто отлично. Теперь мы должны выбрать место для нашего домика. Я думаю, вот этот вот берег отлично подойдет. Но для начала надо скрафтить верстак, меч и убить вон ту овцу ради шерсти. А если у нас не хватит времени, мы просто выкопаем яму в земле. Ладно, пока скрафтим тропические доски и верстак. Ставим верстак, заходим, крафтим доски, палки и меч. И в дальнейшем, может быть, мы будем выживать с Кариной, с которой мы снимали «Кто мой папочка». Правда, Каринка тогда не снимала. А записывал только я. Так, давайте сейчас убьем овечку. Убьем эту овечку. И мы бы могли вырыть себе пока дом в скале. Но я думаю, стоит сделать нормальный дом. О, лама! С нее выпало две кожи. Если мы убьем еще одну ламу, то сможем скрафтить себе кожные ботинки. Итак, давайте вернемся к нашему верстаку. Но что-то я его не вижу. Неужели мы с вами его потеряли, ребят? Давайте заберемся на вот эту вот скалу. Так, осмотримся. Пока верстака не видно. Ну, мы вот из этой вот доски сможем скрафтить новый. А вот же он у меня в инвентаре был. Как же я не заметил. Ладно, давайте нарубим еще дерево, чтобы сделать себе настоящий тропический дом. Потом добудем песка для стекла и сделаем окна. Нам нужно все успеть до темноты, потому что ночью будут монстры. Но походу нам придется жить пока в земле, в бункере. Потому что, ну, вдруг мы не успеем. И нам придется жить под землей на крайний случай, то есть... Так, ребят, теперь я наблюдаю какое-то редкое дерево. Листья, главное, акаций, а ствол дуба.
О, кстати, а здесь начинается пустыня, и я сейчас могу добыть песка для стекла. Класс! Давайте, чтобы у нас была пустая рука. Я думаю, столько нам хватит, 15 штук. И возвращаемся в тропический биом. И ищем место для нашего домика. Но я думаю, лучше пока обустроиться бы было под землей, но вот я нашел подходящее место для нашего домика с вами, ребят. Давайте скрафтим доски. Я думаю, столько досок хватит, и начнем строительство. А строительство лучше начинать с нижнего ряда. А вот так и по углам лучше тоже расставить блоки. То есть вот сюда вот. Наш домик будет не очень широкий, хотя давайте сделаем его пошире. Сейчас мы сломаем парочку досок. И удлиним наш домик. Я думаю, столько хватит. И расставляем дальше. И вот здесь у нас остается две доски, и поэтому нам нужно крафтить еще доски. Но давайте это будет всего лишь обводка нашего бункера. Вот здесь вот внутри мы выкопаем огромную с вами яму, ребята, сейчас. Но нужно, чтобы быстрее копалось, скрафтить лопату. Ставим верстак. И крафтим лопату деревянную. Все, у нас готова лопата. Можем сломать верстак палочкой, чтобы не тратить нашу лопату. Ну а сейчас как раз надо использовать лопату. Такие зависания у Майнкрафта бывают, не волнуйтесь, ребята. Обязательно собираем всю землю, она нам пригодится для чего-нибудь, наверное. Давайте сейчас пророем. Вот. Мы уже с вами дошли до камня, и тут роем остальную часть бункера. Деревянной лопатой довольно быстро роется земля. Она, правда, быстро тратится.
Все, у нас кончилось, но у нас как раз всего хватает, и у нас темнеет. О нет, нужно быстрее крафтить доски и делать крышу. Я думаю, 17 досок хватит. Оставим одно отверстие проема, чтобы потом скрафтить лестницу, и мы могли вылезти. Сейчас нам не хватает два блока. Давайте же мы их скрафтим. И все, мы в безопасности. Теперь нужно скрафтить кирку, добыть булыжник и потом сделать нам печку. Но я думаю, стоит переночевать ночь здесь. Пока давайте поставим наш верстак куда-нибудь вот сюда и скрафтим кирку. Кирку. Или хотя можно было бы пока скрафтить лестницу. Давайте пока поставим вот так вот три блока лесенки. Встанем на них. Выпрыгнем и осмотримся, кто у нас есть рядом. Крипер. Опасный моб, так что нам лучше спрятаться пока в бункере, если я сейчас попаду в него. Если вы слышите какие-то звуки посторонние, это мои котята. Я снимаю блог про них на своем канале. Ладно, ребят, давайте еще что-нибудь скрафтим. Нам должно хватить на кирку и на люк, который мы можем сейчас поставить. Но не сюда. Да что ж такое, ребят? Я не могу поставить люк, позор. Ну как можно так нубить? Да что ж такое-то? Вот, поставили. Теперь нас здесь никто не достанет. Ну и у нас очень мало досок. И я думаю, мы с вами уже встретимся утром. Ребят, конечно, я знаю, что еще не наступило утро, но давайте поборемся с монстрами. Выйдем наружу и поборемся с ними. Я тут уже заметил паука, и это очень хорошо, потому что с пауков выпадают нити, из которых можно потом скрафтить удочку. Сейчас мы попробуем сходить к этому пауку, если поблизости не будет опасных мобов. Это крипер, эндермен и все такое. Ну вот, мы нашли паучка. И сейчас мы его убьем. Но, к сожалению, с него не дропнулось нити, а только паучий глаз. Это очень плохо, ребят. У нас зомби нападает. Зомбированный житель. Причем, ой, мы где-то оказались в какой-то яме. Ух, ребят, выбираемся. Пока нас еще не прибил кто-нибудь. А зомбированный житель, а! Ребята,
Я не знаю, это просто жесть. И тут так много скелетов, что я, наверное, спрячусь в свой бункер. Ух, закрываем люк. Надо дождаться утра и выйти и собрать свои вещи. Ну, хотя можно и попробовать сразиться. Можно попробовать как-нибудь так пробежать быстренько. Чик-чик-чик. Быстро. Быстро бежим, бежим. На двойной скорости. Так, так, так. Где-то здесь наши вещи должны быть. Зомби, зомби, зомби. Отстань, зомби. Еще где-то. Нету вроде больше нигде, ребят. Но где же мои вещи? Я не понимаю. Куда делись мои вещи? Я же здесь бился с этим зомби. С зомбированным жителем я бился. Он меня убил. И куда-то подевались мои вещи. Просто как будто бы пропали. О, Крипер, ну я знаю, как его нам победить. Сейчас он нас заметит, побежит к нам, а мы бежим в воду. И ждем его здесь. Мы даже покажемся ему. Он подплыл. И взорвался. Но нам никакого урона не нанеслось. И нас просто откинуло. И все. И уже, кстати, настает утро. И я вижу какое-то яйцо. И вижу рассвет. И зомбированный житель почему-то не горит. Но сейчас они начнут гореть. Потому что, как всем известно, игрокам в Майнкрафт, что зомби на солнце горит. Ну где же мои вещи? Я боролся с этим зомби, вот. Я боролся с этим зомби. И просто куда-то все подевались мои вещи. Я не знаю, но мы можем, знаете как? Я так делаю, когда выживаю без съемки, но думаю и со съемкой стоит. Мы немножко считерим и возьмем из креатива кровать для меня и для Карины. Потому что, как вы знаете, мы... Может быть, будем еще летсплей с Кариной снимать. Так, настройки. Творческий. Теперь у нас бесконечное количество гнилой плоти сейчас будет. И я возьму себе красную, а Карине розовую. И мы выходим из креатива, и у нас сейчас... Будет стаг гнилой плоти. Хотя нет, как было 4. Я думаю, кроватки стоит пока поставить здесь вот. И между ними стоит, я думаю, поставить верстак.
красота. Ну, и я думаю, нам стоит выйти наружу, добыть ресурсов. О, зомби и скелет у нас тут плавают. Их надо... Зомби начал гореть, и он меня сейчас может своим ударом поджечь. Меня сейчас убьют. Все, я умер. И хорошо, что у меня не было ничего с собой такого ценного. И скелет уже по мне стреляет. Да что ж такое? Давайте попробуем вокруг поплавать. И раз ударили. И у него что, стрелы никогда что ли не кончаются? Нужно... Эх, хотел сказать, нужно на берег его выманить. Давайте сейчас выманим на берег. Ага, какой хитрый. Ты стреляешь наоборот. Ты задом, у тебя голова в одну сторону, а тело в другую. Что с тобой, скелет? Все, меня убили. И я просто сейчас раз ударил, откинул хорошо. Сейчас я подплыву. Подплыву, подплыву. Ударил. Почему у меня не установлен индикатор демеджа? Это специальная штука, которая, когда на моба наводишь, она показывает, сколько у него осталось хп. И в нас летят стрелы даже под водой. О боже. Скелет. Ты чего? Ладно, здесь есть овечка. Ну, в принципе, зачем она нам? Мы же взяли кровати из креатива. Она как-то сквозь меня прошла. Но все равно мы ее убили. С нее два стейка и одна шерсть. Так, скелет. Скелет, скелет, скелет. Раз. А, в меня попали. А, в меня попали. Ходим, ходим, ходим в бункер. Бункер с другой стороны. Так, 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 ребят. Фух. Надо пополнить жизнь. Ой, мы кровать Каренину сломали. Поставили обратно. Ладно, ребят, давайте выйдем еще раз и попробуем просто подобывать ресурсы. Если у нас, конечно, эти мобы не достанут. Так. Так, пока он не стреляет. Так что, пошли рубить дерево. Ребята, я думаю, мы сейчас нарубим, скрафтим сундук, вернемся в бункер, поставим и сложим туда все ресурсы. И на этом закончим первую серию летсплея.
Ну вот мы нарубили, и опять мы встретили ламу. И рядом скелет. Мы же можем спровоцировать их на битву. Давайте. Я встану. За ламой. Подойду. Же и сейчас они начнут драться. Вы видите, мы наблюдаем батл. Вот это сейчас трюк был. Ах ты. Все, мы ее убили, и с нее, увы, ничего, кроме опыта, не выпало. Ну ладно. Я думаю, сейчас мы скрафтим сундук, сложим все ресурсы в него и закончим первую серию нашего выживания. Так, сейчас зайдем в наш верстачок. Зашли. Крафтим доски. Все, на сундук достает. Достаточно досок. Так, и перерабатываем теперь просто тропиковые доски. Все, все переработали. Итого у нас 20 тропических досок, тропиковых. Ну, короче, называйте как хотите, тропических, тропиковых. Ну, а я на этом заканчиваю первую серию летсплея 0807. И если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь, также подпишитесь на мой канал. И нажмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Для вас это очень быстро, ну а мне будет приятно. Ну и все. С вами был Голкипер. Всем удачи и всем пока-пока.